Ну, здесь вообще живут? Народ-то живет? Ну, может быть, кроме магазин здесь. А, понятно. Бабочки. И когда не Рамадан, здесь все это открыто, да? Все эти... Так оно и будет открыто после ифтара. Купи. Это очень большие, да. Thank you. Рамадан Карим. Да. Так что мы попали норм и на так и на сяк. Ой, вот еще лавка красивая. Хочешь, зайдем в нее? Давай. Ой, ну и что, он даже зажег ее специально. Вот я такую одну, может быть, вот какую-то бы, если она была бы одна. Потому что ошибка большая. Да и вообще не ясно, сколько это стоит. Может, это стоит, знаешь, там 1000 фунтов. Может быть, ты можешь все спросим. Хорошо. Я хотел на ту сторону, чтобы вот эту подснять. Давай. Какое впереди красивое здание, вот это. Да. Тут камера держи, а то как... Она у меня на этом. Да, на ручке. И
что делать? Не знаю. Ну, такова наша жизнь. А вон там. Мне вот это понравилось, центральное. Вот это вот. Давай. Или они так носятся? Пойдем. Они носятся на этих мотороллерах, прям как сумасшедшие. Что-то мужиками наедут. Прям только прям они это, уворачиваются. Они смотрят на бензин, не смотрят на дорогу. Мне кажется, туристы, только мы здесь с тобой вдвоем. Да? А у вас что похоже? Руса. А я думала, он просто сказал Руса. Он сказал, и невеста. А, я подумала, что он сказал Руса, то есть русская. Арабский невеста, а Рус. А, все понятно. Как красиво! Все. Ну, вот что-нибудь маленькое здесь есть. Вон там вот маленькое было на входе. Ну вот такие большие, наверное. Вот такие, наверное, дорогие. Вот такие вот. Вот видишь, одна такая. Вот такая вот. Ой, извини. Нет, небольшая, которая рядышком. Вот это? Да. Нахас, да. Дивсит тумая хонси. Сут тумая хонси. Нахас, нахас. Сот. Сколько? 650. С материал нахас. А поменьше? Скажи, такую штуку поменьше. Нет, такими не нравится. Это колорит, да. Вот эти. Какие? Вот эти. Вот это? Да. Это тоже красиво. Красиво. Ой, а я туда пошла. А вот такая вот красивая. Спасибо. Куда кем? Метину хамсин? 250. 250, мам, такая, она классная. Давай такую купим. Ну, пойдем постой, погуляем, да. Миш. Квас, басай за шоу. Вот они, я тебе говорю, ну, да. Ну, классно, да? Да. Просто ну, лампочку внутрь, там что это? Очень красиво. Да. Ну, там маленькая тоже красиво. Вот так. Все, я не могу, запах. Что все? Запах. Все устало? Нет, запах, говорю, там запах. Что ничего, терплю.
Там, правда, покрашено, конечно, хреново, но это я сама могу перекрасить. Там металл, что-то покрашено. Ну, металл, он тоже покрашен для того, чтобы он был такой, под старину. Окей. Да? Шикарный. Какой-то ряд? Лериат. Ряд это город. Ну, понятно, да. Ну, красивая, да? Я прям на дачу так прям так повешу. Прям бра такой на у меня дачу. Будет. А куда? На дачу. Нет, я на дачу. Дома на в коридоре. Нет. На я на дачу. Все это. Всю красоту. Ну, все, наверное, мы дошли до конца, но все равно давай. А еще бывают какие-нибудь маленькие, какие-нибудь висюльки какие-нибудь такие. Давай. Здесь так колоритно. Какие-то молельные у них балкончики, да? Нет, просто такие балкончики. Что это за молельные балкончики? Ну, я думала, знаешь, как когда они это... Как музей. Лавочки. Давай, сейчас только машину проедет. В Италии, во Флоренции. Да? Потому что возле...